Период Кавказской войны полон не только историями о битвах и сражениях, но также красивыми историями благородства горцев, о которых, к сожалению, мы плохо знаем. Одна из таких историй случилась с Ахбердил Мухаммадом и его близким другом Наибом Шатоя, храбрецом Батуко. Однажды Ахбердил Мухаммад увидел одну девушку и начал расспрашивать о ней своего друга. Наиб Батуко отправил людей к родителям девушки и вскоре засватал за своего друга. Увозя невесту домой, Ахбердилав увидел слезы на ее глазах. Он спросил, почему она так горюет, на что девушка промолчала. Тогда настойчивый Ахбердилав мизинцем вытер слезу, катившуюся по щеке девушки, и получил от нее неожиданное признание. Оказалось, что она была засватана за его друга Батуко. Пораженный благородством своего друга, храбреца Батуко, Ахбердилав отрубает саблей палец, которым дотронулся до нее, и отправляет девушку обратно к своему другу. Из-за того, что он дотронулся до щеки этой девушки пальцем, он этот палец отрезал и передает этой девушке, чтобы она ее передала от своему другу Батуко Наибу.